я отдыхал в деревне. Я там давно не был. Там живут прабабушка, прадедушки там живут. Вот. Летом прошло и так. Самое вкусное это было вот барашек порезали. Изихан называется у нас. Вот в Инском изихан, это традиция наша. Сейчас на данный момент Андреевский будет, завтра будет борьба с нами. А в октябре у меня последний год остался до 21-го. По первенству Москвы до 21-го. Надо туда отбираться и на Россию. Будет в Рязани, вот, город Рязань. Вот туда готовлюсь. Я пахал как раб на галерах с утра до ночи.